фейхоа промыли, высушили. Берем чистые фейхоа. Отрезаем. Кончики. Нарезаем кусочками. И закидываем в блендер. Количество можете взять любое. Перемалываем в миксере. Перемололи. Можете через мясорубку пропустить, кто как любит. Выкладываем. Любителям кислого можно есть так, но я заправлю сахарной пудрой, добавлю. Такая вкуснятина получилась. Вкусно и полезно. Всего доброго. Подписывайтесь на канал Надежда Жук Вкусная еда, кто не подписался. И смотрите новые видео.